прошел до этого, ну, так, где-то 5 дополнительных квестов, получил неплохие деньги за это. Все они как бы ложатся с одного выстрела, без проблем. Главное попасть, что говорится. Перезаряжаю я часто, потому что точно не помню, когда они перестанут лезть. Так что лучше полностью заряженный ствол, чем потом ждать, когда тебе побежит толпа, у тебя только 3 пульки. Так, ну чё, вроде всё. Картина. Я наблюдаю на спортивной, проезжая мимо. Так, куда тут идти? Дизайн уровня, я считаю, да, просто прекрасным. Все красиво прорисовано, но опять зафрапся, почему-то текстуры погружаются не сразу. Попробую записать потом напрямую с монитора через выход видеокарты. Но это будет потом, возможно, если вообще будет. Сразу скажу, играя в шутер АТД, лучше не прятаться, а идти, скажем так, на пролом. Потому что лучше защита — это нападение. Но это мое мнение. Вы можете, конечно, постоять где-нибудь там в углу, подождать, пока к вам подбегут. Да, на 15 FPS. Тут попасть сложно весьма. На. Мы так живем и об этом поем вдвоем. Опа, дядька злой. Опс, я еще себя взорвал. Все меняется, у кого-то сбывается. Сейчас его взорвем, бах. А я стараюсь, и вроде получается. Не останавливайся, вот, мне отец сказал, которого я холодным маем потерял. Я точно знаю, бах, бах, бах. Сейчас мы его просто будем расстреливать. А чтобы он нас не достал, мы спрячемся за колонну. О нет, блин. Раньше он не бегал сюда. Может быть, не по закону, зато по правилам я никогда вообще ни в чем не сомневался. Я умный пацик, и это классно. Так. Ну вот, меня убили даже на среднем. Я загрузился, прошел тут заново. Сколько-то. Опять у меня все глючит. Я ничего не вижу. А я тут не совсем разобрался, как использовать быстрые. Ужасно просто, вообще невозможно. Как использовать аптечки? Может, их просто как-то ставить нужно, но я не в курсе. Потому что не привык играть в шутеры, от, скажем, которые являются портами. Дядьку мы свалили немножко, отдыхает. Ну ладно, начнем. Почему не хотел использовать, ну не знаю, ствол сразу, он какой-то слишком это... Сейчас мы его толстячками, ну и все, завалили. То есть... Сейчас меня опять чуть не долбанули, но я его сделал. Пойдем дальше. Так, продолжим толстячками, наверное. И закончим. Так, это что у нас? С этими боеприпасами и закончим, не знаю. Хотя, может, матрешку попробовать? Давайте попробуем. Если с нами вы не сойти с колеи наполовину, которых у меня больше. Так, надо сюда как-то запрыгивать. Если не платишь, уезжаешь, ладно, сам знаешь. Посмотрим. Ловить особо нечего по вечерам. Думать, кем ебется твоя девочка. Так, это сюда не мелочи, нельзя, сюда нельзя. Ловишь измену. Казалось, сюда знаешь, тоже нельзя. Блин, а куда идти? Теперь руки на стену. Теперь ты часть системы. Что-то вы говорят, коридорные шутеры. А, наверное, сюда. Слезы не спрячут веки, давай налей еще. И расскажи, о чем какой-то неудачный эксперимент. Как-то так вот. Сейчас сохранимся. На всякий пожарный. Все-таки постараюсь продолжение записать, так как я обещал. Или на TV-Tuner, или на карту захвата. Ну, я думаю, в принципе, если правильно настроить ту же камеру, то это не проблема. С
есть эта передача будет. Так, кто тут? Кто тут у нас какой-то? А, это бронированный. Ну вот. Наглядный пример стрельбы этими боеприпасами. Наверное, ему все кишки вывернуло, я так думаю. Но этому не повезло. Опа. Единственный минус — перезаряжаются весьма долго. Точнее, часто. Так, ладно, этих завалили. Тут что-то еще было, можно подобрать. Деньги лишние не бывают. Как бы даже в реальном мире. Так, открываем. Открываем. Сохраню заодно. Вот, а остальную новую часть прохождения тогда ждите завтра. Ну или, по крайней мере, на неделе. Тут... Получай. Он хорошо. Бабах. Мне тоже теперь хорошо. Я ничего не вижу. Это ублюдок-то. Поэтому сейчас будем стратегию стрейф-лефт, стрейф-райт использовать. Видно, у этого мутанта тоже проблема. С реакцией. Вот так мы пошли. Прошли до площади. Ну все, тогда завтра. Если понравилось, ждите. Как бы комментарии, все остальное. Давайте дверь еще откроем. Что-то меня захватило. Так, что у нас тут? Арсенал неплохой. Сразу переключаемся. Потому что обычно по традиции во всех шутерах, когда ты что-то получаешь, то у тебя это сразу пытаются отнять. В принципе, так и в жизни. Особенно в нынешней Российской Федерации. Он как бы опять видно. Подгрузку текстур. Сейчас у меня FPS больше 16. Так я вот говорил, что у меня все плохо-плохо с фрапсом. Без фрапса, для справки, у меня от 53 до 60. То есть практически вообще не проседает. Так, что тут? Провод. Попал. Так, побежишь там? Не побежит отсюда. Так, теперь стратеги нападают. Ну, если вы оказались в таком помещении, вы исследовали. Как бы лезть тут особо неоткуда. Хотя Кармак мог сделать все что угодно. А если вы играли в Quake 4, то помните, как при очередном задании, когда тебя послали там что-то убить или отключить, я уже не помню, там тебя ловят и отпиливают ноги, ставят тебе железные, ну и превращают тебя вот в таких чуваков похожих. Там это были строги, тут они просто мутанты. Ну, мутанты и мутанты, чтобы не заморачиваться особо. То есть я его бах, выстрелил, отошел, перезарядил еще раз, выстрелил. Все, чувак готов, как бы. Никаких проблем. Ну, вот так его жизнь потрепала, стал он зеленым. С какими-то растениями. Ну все, до завтра.